Эта воздушная юбка спустилась с балетной сцены и попала на улицы больших городов во многом благодаря героине Сары Джессики Паркер. В наши дни модель из многослойной сетки перешла на категорию must-have. О ней пишут журналы, и ей посвящают свои мастер-классы стилисты. Она универсальна на самом деле. Юбку-пачку можно надеть с тельняшкой, если хочется создать какой-то казуальный образ. И одеть легкую спортивную обувь, начиная от кеды, заканчивая кроссовками, лоферами и тому подобное. Если хочется создать более вечерний образ, можно надеть каблуки, более нарядный топ, украшения и, пожалуйста, уже легкий вечерний образ. Женщина и девушка в юбке-пачке всегда очень женственная, всегда летящая, всегда воздушная, поэтому макияж, конечно, лучше использовать такой не броский, не яркий, потому что юбка-пачка и так сама по себе очень привлекает внимание и делает любой образ очень женственным. Большой поклонницей балетной юбки является Ольга Шваб, врач-косметолог, известная модница и популярный видеоблогер. Да, на самом деле элемент одежды очень классный. И я ее стала использовать в своем гардеробе задолго до того, как вообще такая тенденция появилась, потому что это настолько универсальная вещь. Можно днем там с футболочкой, а вечером какую-то маечку, аксессуары и сразу вечерний образ. Ну и длиной можно играть, можно юбку-пачку, допустим, короткую или такую вот удлиненную, и сразу образ меняется. Современная мода с ее смешением стилей позволяет обыгрывать юбку-пачку в самых разных комплектах. Тут все зависит от того, кем вы хотите в этой юбке предстать. Она может создать массу образов, и все зависит от вашей фантазии. Если вы хотите повседневный легкий образ, городской, то можно одеться спортивной обувью. И пачка прекрасно сочетается с спортивной обувью, с джинсовой рубашкой, например. Что, казалось бы, совершенно такая эклектика, но она прекрасно смотрится, особенно на стрит-луках. Если вы хотите создать образ более вечерний, тогда, конечно, предпочтительные каблуки. Это должно быть какой-то высокий каблук, легкая обувь, может быть золото, может быть какой-то контрастный цвет. Кому-то эта модель юбки может показаться слишком экстравагантной. В таком случае стилисты рекомендуют прислушаться к своему внутреннему состоянию и не идти на поводу у модных трендов. Многие клиенты сомневаются, смогут ли они органично себя чувствовать в юбке-пачке. Я приглашаю поэкспериментировать, примерить несколько образов. Мы всегда открыты для консультаций по стилю. И сейчас у нас еще появилась кабина красоты, где наш визажист сможет вам сделать макияж, легкую укладку, и вы будете на 100% готовы к любому выходу. Мода от простой потребности одеваться как раз и отличается тем, что в ней есть место эксперименты. В этом сезоне дизайнеры и стилисты во всех вариантах обыгрывают идею женственности, которую воплощает и эта воздушная легкая юбка.